Посмотрим, ребята. Это же надо. Произведение искусства. Обувь. Глаз не оторвать. Ну, ну не произведение искусства. Сейчас 40 долларов, кажется. $49. И здесь Michael Kors. И здесь, и там, и сям. И здесь сеточка. Каждый шов идеален. Они здесь разного размера. Да. Вот эта обувь. Это одноразовая. Это написано Италия, но как вам сказать, ну пару сезонов можно проносить. Бебе очень интересная. Вот обувь мне нравится, сумки мне нравятся, одежда, ну это все-таки более молодежный бренд. Если так одеть какую-то молодежную такую кофту или футболку с Бебе надписью, то будет женщине уже под 60 не Бебе, а ку-ку. Поэтому обувь, да, я согласна, вот обувь можно. Как-то она выглядит более-менее прилично. Имеется в виду на возраст, на возраст. Она вся прилип, все приличная. Но только по возрасту или 20 лет девчонке одеть футболку Бебе или женщине 60 лет Бебе. Поэтому я говорю, будет не Бебе, а ку-ку. Розовые. Ну, это холодный розовый, пудровый, как называют еще разные названия этому есть. Холодная роза. Ну, вы знаете, все красиво, все хорошо, но когда, если ходить, то это задник будет шлепать вот так, пух-пух-пух-пух-пух-пух, туда-сюда, туда-сюда, потому что здесь неустойчиво. Я не знаю, зачем это делают так, понимаете? Вот это будет шлепать это так, от пятки, потому что пространство большое. Хочу этот кроссовок померить, так уж мне понравились, это не мой размер. Маленький, но просто ради интереса, чтобы посмотреть, померить, как на ноге такая обувь. Удобно, неудобно. Потому что, видите, платформа чуть-чуть выпирает вот задник. И здесь как носком сделано. Но я вам скажу, что удобно. Да, действительно, хорошо, удобно. Колодка удобная. Цвет сочетания оригинального. Ну вот такая обувь DG Max. Очень много сейчас разных босоножек. Но, знаете, у нас погода такая холодная, что я смотрю, даже сами американцы в основном такое носят и такое. Все лето, наверное, будет погода такая. И эти шлюпки. Я заметила, что даже американки, вот эти вот хорошие очень, $20. Удобные, удобные. Здесь как бы сетка, видите, летняя. Вот сейчас их очень хорошо носить. И они очень прочные и надолго хватит, если, конечно, белый цвет не выпачкаете, но постирать можно в любом случае. Они стираются хорошо, даже в машинку забросили стиральную, прокрутили. Вот это все, оно все целое остается. Я уже пробовала свои, так стирала. Все хорошо. Смотрите, такая платформа, все по ноге, просто идеально. Для ходьбы очень удобная. Бегать, ходить.
вот по ходу дела эти шлюпки. Сейчас я их надену и продемонстрирую вам. Вот, это семерка, большие. Очевидно, это имя идет не по размеру, а чуть-чуть больше по размеру. То бишь это как на 37,5, потому что у меня нога 36, ну как бы 37, это 6,5-7, вот между этим. И не больше, и не меньше, понимаете? Ну и результат какой, смотрите. Видите? Видите, как шлепает? Вот такая обувь, тоже очень удобная. Это все из обуви Memory Form. Она очень удобная по ноге. Ее делает форма Focus. По ноге. В основном для ходьбы. Очень удобная. Вот это тоже. Но это кто любители с небольшой пяткой. Я не люблю. Ой, смотрите, какая прелесть. Цвет обалденный. Коралл. Легкий коралл. Надо примерить. Шик, блеск, красота. Цвет красивый. Очень красивый цвет. Даже не розовый, а именно цвет коралл. Легкий коралловый. Очень интересный такой размер, мне кажется, 6, это детский шестерка, потому что идет как на 37, на семерку, на взрослый. Ну, в принципе, так подходит. Ну, надо подбирать по этой обуви что-то по цвету.